Обсудить все проблемы сразу. К жителям местечка Лесное приехал глава города Иваново Владимир Шарыпов. Встреча прошла на спортивной площадке, которую создавали общими силами. Это первый тост, который я посещаю вот на месте, потому что встречались мы с ними до этого там в администрации. Спасибо. Решили начать вот с вашего. Ну, я тут живу, просто не по соседству. Поэтому. Ах, вот. Вы не понаслышке знаете проблемы частного сектора. Да. В районе многое делается, чтобы здесь было комфортно жить всем. Но еще остаются нерешенные вопросы. Среди них не только распространенные проблемы с освещением улиц и состоянием дорог, но и частные, касающиеся именно этой маленькой части большого города. Сначала на местные леса напал жук-короед. Пришлось выпилить 200 деревьев. А теперь зеленые территории уничтожают сами люди. Я не хочу тут как какой-то Дед Мороз там сейчас наобещать чего-то, да, чтобы потом не сделать, потому что мне потом с вами также встречаться. Я задаю вопрос не для того, чтобы вы сейчас вот щелкнули, да, и получилось я все, говорю, это я а для того, чтобы... Вот, протокол, да, у нас ведется встреча, этому... мы обязательно все вопросы проработаем, и потом руководителю вот, ТОСа вот я этого я и хотела. Доложу. Спасибо. Жаловались жителей на то, что нет в ближайшей округе аптеки. Эта проблема остается нерешенной уже много лет. У нас же были ларек аптечный и бытовая химия там хозяйственная. Это было в советское время. Я была сама депутатом, это было 40 лет назад. И у нас все было. Теперь анальгин, допустим, цитрамон. Я не говорю, что там по этим рецептам нельзя. Даже перекись водорода мы не купим, мы едем в город. Мне вот 65 лет будет. Я же еду в город за таблетками, за любым лекарством. У нас нету. На сортировку еще поедешь, тут этого нету. И... Это проблема. А еще жители мечтают, чтобы в Лесном заасфальтировали основные улицы и решили проблему с бродячими собаками, которые в большом количестве развелись в микрорайоне. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.